Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем мотоцикл с коляской Уран. В набор входит клей, наждачка, 288 деталей конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. В этой инструкции вы увидите вкладыш с расшифровкой всех обозначений на 6 языках. Обращаем внимание на отличие деталей и не путаем их местами.
Выравниваем крыло по нижней дуге. С другой стороны приклеиваем точно так же. Выравниваем крыло по нижней дуге.
Со стороны колеса вставляем деталь, которая подлиннее. Деталь с короткими клиньями, а сюда деталь подлиннее. Thank you.
второе колесо собираем точно так же. Второй собираем по аналогии. Клей не должен попасть на деталь под номером 141. Таких делаем 5 штук. Thank you.
Готово! У собранной модели вращаются колеса, поворачивается руль, пулемет и открывается багажник коляски. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!